Ребят, всем привет! И под видео мега открытие кейсов набралось уже более 50 тысяч просмотров. И конечно же я читал ваши комментарии, и большинство комментариев было такие как «Открой побольше кейсов», «Тик-так», «Мне понравилось» и так далее. Ну и конечно же я не могу вам отказать, потому что просьб открыть еще больше кейсов было очень много. Но еще больше было просьб открыть секретные кейсы. То есть в основном все просили открыть побольше секретных кейсов. Ну и, ребят, конечно же, специально для вас я сегодня открою 10 секретных кейсов. Я думаю, видео, конечно же, получится не совсем длинным. Оно будет, конечно же, короткое, но я думаю, вы понимаете, что оно будет затратным, и поэтому я надеюсь на вашу поддержку, а то есть на ваш лайк и на вашу подписку, кто, конечно же, впервые на моем канале. Ну что ж, ребят, давайте я не буду вас задерживать, сразу откроем первый кейсик секретный. И у нас полетела рулеточка. Итак, летит рулеточка, и нам выпадает первый скин. Это скин Эва. Я, конечно же, надеюсь, Firestat будет. И нет, Firestat'а не будет. Ну, то есть, первый, конечно, кейсик мы профукали. Ну, ладно, давайте открываем сразу второй кейсик и посмотрим, что у нас из него выпадет. Итак, из него нам выпадает. Надеюсь, что хорошее. Отлично. Ну, конечно же, у меня этот скин есть, и этот скин у меня Firestat, поэтому мне вообще толку от него нету. Два кейса у нас просто впустую пролетело. Но я надеюсь, остальные у нас кейсы будут немножко получше. Давайте открываем третий кейс и посмотрим, что у нас из третьего кейса выпадет. Ну, конечно же, нам лучше всего, чтобы нам выпал какой-нибудь Firestat, либо нож. Ой-ой-ой-ой, ножик выпадает нам, отличненько. Ну вот, ребята, как вы видите, не зря мы открыли кейсики. Welsh and Fate, отлично, один ножик уже есть. С третьего кейса выпал, отлично. Ну, у нас, конечно же, повезло хорошо нам. Ладно, давайте четвертый кейсик открываем. Ну, уже не зря открываем кейсы, и это я знаю. Отлично, все. Четвертый кейсик прилетает, и нам выпадает... Суицид. У меня уже есть. Кстати, если Firestat будет, вообще отлично будет. Офигеть! Еще и Firestat! Ребят, это вообще капец. Четыре. Сколько я четыре кейса открыл? Уже два везучих кейса. Слушайте, вообще круто. Давайте пятый кейс открываем. У меня уже аж настроение поднялось. Так, летит кейсик. Точнее, летит рулеточка и нам выпадает... Ух ты, что это такое-то, а? А, даже, по-моему, у меня есть такое. А нет, смотрите-ка, нету. То есть скин, которого у меня даже нету, отлично. Но у нас еще остается 5 кейсов. Мы 5 кейсов открыли и выбили уже много чего хорошего. Давайте открываем шестой кейсик и посмотрим, что у нас из него выпадет. И выпадает из него нам... Ну, конечно же, не нож, но АК тоже неплохой. Хотя он у меня имеется. Но зато вернули нам немножко голды. Ну что ж, давайте открываем седьмой кейс. У нас еще есть впереди после этого кейса 3 кейса, поэтому, может быть, нам еще повезет. Я даже не знаю, надеюсь, конечно же, что повезет, но все же будем все надеяться. Так, и нам выпадает АК, что-то слишком много АК, нам уже 3 АК подряд вроде выпадает. И сколько у нас 3 кейса осталось? Давайте открываем еще один кейсик, и полетела рулеточка. Смотрим, что нам выпадет. Это, по-моему, 8 кейс уже. Ух ты, аук, только его нам не хватало. Ну ладно, что. Хотя что, хоть что-то, потому что у меня этого скина нету, поэтому нас, считай, небольшое такое везение произошло. Но у нас остается 2 кейса, и я надеюсь, нам что-нибудь еще выпадет. Давайте открываем 9 кейс и посмотрим, что у нас из него выпадет. И выпадает, ну конечно, не совсем то, что хотелось, но выпадает лайм. На админа. Ух ты, смотрите, Firestat. Блин, ребят, реально везет просто мне. И последний кейс. Я надеюсь, из него что-нибудь нам красивое, хорошее выпадет. Смотрим, что у нас из него выпадает. И это выпадает, ну, конечно же, АК. Еще один АК. Сколько нам? 4 или 5 АК выпало. Ну, жаль, не Firestat. Ну, смотрите, мы открыли 10 кейсов. И что нам выпало? Нам выпал, офигеть, Welsh and Fate. Реально круто нож выпал нам. Так, поставим Welsh and Fate. И у нас получается один ножик из третьего кейса, нам сразу выпал ножик. Жесть, я даже не ожидал такого. Ну и все, там что там. А, еще на АК Firestat. У меня был уже этот АК уже, но теперь у меня уже Firestat. Поэтому это очень круто. Ну и, конечно же, много еще классных скинов. Поэтому, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. И если вы хотите, чтобы я еще
открыл 10 секретных кейсов, то обязательно ставьте лайк под этим видео. Если под этим видео наберется очень много лайков, то я открою еще 10 секретных кейсов. Поэтому, ребят, не пожалейте и поставьте лайк под этим видео. И, конечно же, обязательно подписывайтесь на канал, потому что мне будет много чего интересного. Ну что ж, ребят, еще раз спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!